Всем привет! Сегодня рисуем вот такого симпатичненького инопланетянина. А у меня уже подготовлен подмалевок, поэтому я начинаю наносить оттеночки. А для начала используем бледные цвета, потом будем их затенять, чтобы наш рисунок получил свой объем. Чтобы глазки были объемными и глубокими, я не буду прорисовывать зрачки, но сделаю растяжку оттенками от темного к светлому. Не боимся использовать для теней темные цвета, потому что иначе, если вы будете использовать максимально приближенные или бледные, то оттенок на таком рисуночке может не получиться и получится как смазанное пятно. Так как у нас это все-таки инопланетный гость, то мы его будем прорисовывать максимально сказочным. Я эту картинку увидела в интернете, почему-то она мне очень сильно зашла. Я решила ее перенести на ноготочки. Тонкие линии я прорисовываю гель-краской и тонкой кистью волосок. Ну и обязательно всякие звездочки, точечки, потому что все-таки это у нас такой мифический, сказочный гость. Поэтому стараемся максимально повторить выбранный рисунок. В завершение перекрываем все топом
и любуемся получившимся результатом. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за ваше внимание, лайки и подписки. До встречи в новых видео!